Два вечера в паутине индийского любовного треугольника позволили зрителям 31-го провести сравнительный анализ. Впрочем, двух мнений быть не могло. Одни видели местный формат с Кристиной Андреевой, Олегом Ивенко и Амандой Гомес, вторые с гастрольным трио в лице Матильды Фрусье, Игоря Цверко и Анны Тихомировой. Матильда Фрусье напомнила о себе и ее первом визите в Казань 10 лет назад, когда хрупкая француженка, ныне работающая в США, первой донесла до казанцев дух легендарной гранд-опера. Я считаю, что артист должен танцевать все, и классику, и контемпорари, и неоклассику. Так считают не только в Сан-Франциско, где я сейчас работаю. Это нужно во всем мире. Нужно всегда перестраиваться, и тогда зритель поймет, что ты за артист. Гроб с телом Нуриева пронесли по всем этажам Гранд-Опера, где незадолго до смерти он поставил баядерку. Сегодня новый представитель классической хореографии пытается донести дух танцовщика. Восточный ковер, покрывающий могилу Рудольфа Нуриева, самый роскошный в череде аллей русского некрополя. Впрочем, иного быть и не должно. Обладатель многомиллионной коллекции раритетов искусства Рудольф Нуриев покоится по-королевски. Кстати, в небольшом городке Сен-Женевьев-де-Буа есть и школа, названная именем танцовщика, а также фестиваль современного танца, где исповедуется почерк актера. Венгерского артиста Иштвана Саймона зрители нуриевских фестивалей запомнили еще с прошлого года в дуэте с парижской Этуаль Дороте Жильбер. Чувственная пара разыгрывала коллизии еще одного любовного треугольника в балете «Жизель». В этот раз ищущий любви романтичный принц из «Лебединого озера» попал в объятия стильной англичанки Лауретты Саммерскейл, которая приехала в Казань вместе со своим мужем Йоном Акостой, сегодняшним Базилем. Я работал в многочисленных балетных компаниях по всему миру, продолжаю это делать сейчас, но я счастлив всегда возвращаться в Россию, в частности, в вашу Казань. Недавно я танцевал в Саратове в версии Лавровского «Ромео и Джульетта». Мечтаю встретиться с вами еще раз. Я люблю танцевать роли и героинь, которые известны и любимы во всем мире. Анна Каренина, Татьяна. И если наши посылы и мысли совпадают, у меня нет никакого внутреннего протеста. Мне нравится вести за собой публику. Я всегда говорю, не болтай больше, а танцуй больше. Все познается в сравнении, как и в эти прекрасные майские вечера. Мы смотрим одну редакцию, смотрим вторую и имеем возможность сравнить почерк и стилистику поведения на сцене приглашенных звезд европейских сцен. Любовные истории еще встретят взволнованных посетителей Нуриевского фестиваля, напоминая и о самом виновнике торжества и наследии мировой классики, будоражащей воображение не одно столетие. Спасибо большое. Дмитрий Пивоваров, Роман Фенин, телеканал «Эфир».